Добрый день, меня зовут Светлана, и я хочу поделиться с вами отзывом на химчистку от бренда EcoHilo. Чистили диван, на котором я сейчас сижу, и на самом деле он у нас не так уж и давно, всего лишь чуть больше полугода, наверное. Но, несмотря на это, дети уже успели поставить на нем такие пятна, которые даже с помощью агрессивной химии я сама лично не смогла вывести. Поэтому, собственно, обратилась в компанию EcoHilo, которые мне сделали определенный спектр услуг. Это электровыбивалка, то есть глубинная чистка дивана, и также химическая чистка с помощью экологичных средств Hilo. Что могу сказать? Ну, во-первых, я очень сильно впечатлилась по поводу электровыбивалки, по поводу чистки глубинных слоев дивана, то, что мне показали потом на черные салфетки, что было в моем диване, и я поняла, что хочу заказывать такую услугу хотя бы раз в месяц, потому что я совсем не готова спать на таком диване, где столько пыли и продуктов жизнедеятельности, пылевых клещей. Нет, это просто какой-то ужас и кошмар для меня. Вот, поэтому эта услуга меня очень сильно впечатлила. По поводу химической чистки, довольно все быстро, за 6 часов диван высох, пятен, которые меня беспокоили, не осталось, поэтому в целом я очень довольна работой специалиста, который приезжал, и я уже заказала на самом деле чистку матраса, и будем еще заказывать у этого бренда мойку окон по весне, потому что очень бюджетно, быстро, грамотный специалист отвечает на все вопросы. Поэтому кому такие услуги нужны, вообще услуги любого клининга, да, могу советовать. И у них очень интересно то, что у них продаются вот эти системы EcoHilo, то есть вы можете вот эту машину, которая и электровыбивалка, и с помощью которой чистку делают химическую, все это можно приобрести у них и самим уже в своем доме или квартире пользоваться. А мы, скорее всего, так и поступим, что купим сами и будем уже своими силами это делать.